Приветствую вас, квадрицепсы планктона, с вами Федорович. Я знаю, что сейчас у вас очень низкая продуктивность на работе, ведь оно и не удивительно. Нас-то 10 лет учили летом ничего не делать. Но после просмотра этого видео, вы не только начнете работать и тренироваться, как бешеный кокоду в брачный период, а еще и освоите парочку феноменальных приемов. Благодарность нужно помнить долго, а обиду забывать быстро. Поэтому мастера, которого вы сейчас увидите, вы запомните на всю жизнь. Ведь чтобы выразить ему благодарность за этот невероятный прием от трех гопников, не хватит даже света всех звезд Млечного Пути. இந்த பக்கமாக திருக்கிறோம் உள் பக்கமாட்டு போய் இந்த ரெண்டு கையும் பின்னலில் வச்சுக்கிறோம். இப்போ ரெண்டு பேரோட கையுமே லாக் ஆகிடுச்சு. அடுத்தது மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அடிக்கும்போது அவங்க கையை தடுத்து கையை திருக்கிறோம். அப்படியே கையை உள் பக்கமாட்டு கொண்டு வந்து மூணு பேரோட கையும் சேர்த்து லாக் பண்ணிடுறோம். லாக் பண்ணி அப்படியே கீழே தள்ளிடுறோம். Мы знаем, что не знаем. Кто первый сказал, я знаю, что ничего не знаю. Также мы не знаем, кто первый показал приемы бесконтактного боя, но точно знаем, что после этого, как личинки после зимнего сна, на свет повылазили великие мастера, которыми нужно восхищаться. Ведь белое кимоно и черный пояс просто так в магазине не купишь. Или It is the science of ki or energy. If you hit someone hard enough with ki, which I will certainly not do today, you can stop the heartbeat. You can disable the brain function. It disables the central nervous system. There's nothing he can do. Is there anything you can do? No. Now I'm going to show you how to disable several opponents initially without them touching you. So they're going to come at me and I'm just going to project a wave of energy out of my body to disable them, right? Good, okay, come at me. Come. Say! For a moment, a wave of energy sweeps through their body and they don't know where they are, what world they're in, what dimension they're in. One more time, come at me. Come. Say! Делай все, что можешь, а в остальном положись на судьбу. Но когда у тебя болит спина, судьбу нужно брать в свои руки и обращаться к специалистам своего дела. Они точно тебя вылечат. Плохая примета – оставлять водку на столе. Почему? Да потому что выпьют и устроят драку. А вот быть пузатым мастером всегда считалось хорошей приметой и авторитетом в кружку анонимных бесконтактников. Но великий индийский маньячелло изобрел прием, который ставит под угрозу выживание всей популяции пузатых мастеров. Спросить стыд на минуту, а не знать стыд на всю жизнь. Но этому мастеру больше никогда не будет стыдно, ведь он совершенно на другом уровне. Он больше никогда не ощутит позор, стыд и горечь сожаления за свои кривые слова в сторону обиженной женщины, лежа на холодном полу, извиваясь в ужасных муках. Ой.
Во всем нужно видеть плюсы. Вот, например, жирные люди не могут провалиться в канализационный люк. А это уже повод оставаться толстым. А вот у японских мастеров касания смерти вообще одни плюсы. Правда, бывает, силушку не рассчитают и убьют кого-нибудь одним касанием. Но это все мелочи, так сказать, издержки профессии. Честный человек, как прямой бамбук, встречается редко. Но слава всем богам Олимпа, среди мастеров все честные люди. Поэтому не верить в нокаут от касания по ногам у нас нет никакого основания. Стрельба не входит в список единоборств, но даже начинающий стрелок легко разделается с опытным мастером. Также начинающий борец может легко задушить опытного ударника. Это настоящая беда ММА. Поэтому я покажу супер-контр-мега-прием от удушайки, который вам обязательно пригодится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, становитесь спонсором канала и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какому супер-пупер-мастеру вы будете поклоняться. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Раз, два, три. Это биомеханика эффективных движений. Ее знать надо. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! Хоба! Опа! Вот так. Да! Подрака одна, да? На дистанции. Короче, я вот что делаю? Хлопаю, вырываю ключицы, это ключица, выбиваю голос. То есть вот так вот это выглядело.